А вот зачем прямо вот сейчас говорите, пожалуйста, что это все сделано по пригласительному? Да. Что мы не имеем права войти на это представление. Мы не имеем права задать господину Михееву вопросы. Ответьте, пожалуйста, человек, вот сейчас на камеру. Вы ему задали вопрос. Я хочу задать ему. А зачем он приехал? Мы такие же голосующие, как и все те, кто заходит. Мы имеем право голоса. Мы хотим также выслушать этого человека, правильно? Почему вы нас не пускаете? Мы актрисе хотим задать вопрос. Это у нас спокойно. Ой, кумир. Вот девушки заходят. Девушки, у вас есть пригласительные? Скажите, пожалуйста. Какие? Не знаю, у вас есть пригласительные? Нас просто не пропускают. Пригласительные есть для входа? Нет. То есть вы их тоже не пропустите? А кто старше? Мы все старше. Покинули помещение. Помещение покинуто. Мы не помещение, как бы сказать. Не ищи себе хлопот, парень. А зачем мне хлопот? Я хочу просто пройти и посмотреть на все, на то, что будет происходить. Меня лично ты не вызываешь доверия. Так почему? Что я не сношу с собой ни оружия, ни динамита, ничего. Пацаны, ой, в чат, ходите. Нас просто не пускают. Ну, мы не нравимся на лицо. Оп. Им нельзя. Нормально. Без пригласительного. Они с нами. Мы зафиксировали, кстати. У нас есть вопросы, почему я открываю? Хочешь вопросы? Нет. Поставь ровно, пацаны. Вы растянули вот он.